Всем привет, друзья, с вами Виджей Дрим. Надеюсь, вам понравится данное видео, и вы поддержите его лайком и комментарием, мне будет очень приятно. А также заглядывайте на стримы. Все необходимые для этого ссылки в описании под видео. Подписывайтесь и берите все самое необходимое и самое вкусное. Желаю приятного просмотра. Поехали! Так, вот, золото. Золотой король сегодня и пошел, и Сангук пошел. Нихера себе он улетает. Кабздец, братишка. Блять, нихера непонятно. Кабзда тут просто, наверное, сейчас на стриме из-за такого обилия эффектов, наверное, происходит. Через пару мгновений я разорву вас на куски. Пикселит, наверное, капец. Но я ничего не могу с этим сделать, тут очень много эффектов и, соответственно. Так, я отойду. Я не знаю, что он делает. Я его первый раз бью. Как, наверное, и большинство людей тут. Но он, кстати, улетел что-то за 3,5 секунды, лол. Кобздец ты, конечно, быстренько улетел. Ладно, я зато получил шкатулку с трофеем. Давайте ее сразу откроем, посмотрим, что мне выпадет. А, вот, мне выпала одна искра начала. Она, судя по всему, всегда выпадает. Это как раз нужно для того, чтобы сделать оружие. И кристалл начала мне выпал. Это как раз, чтобы делать эти новые камни. 123 миллиона стоит 8 штук выпало. А, или это чтобы точить пушку, по-моему. Дорого, кстати, очень дорого. Сейчас, наверное, мне кажется, продавать их выгоднее, чем покупать. Как будто бы их сейчас продавать хорошо, а потом просто они подешевеют и спокойненько... Вот, все эти кристаллы, да, теперь продаются. И спокойненько покупать позже. Кристалл начала. Желаемых до хрена. 132. Бля. Надо будет подумать, стоит ли сейчас действительно точиться. Так, ну что? Вот эта статуя, да? Изготовить оружие Вана. Это плюс это. Да, он не засчитывает. Он не засчитывает косу с Камосом. Нет, ну вот здесь вот, конечно, могли бы на самом деле сделать кузнеца возле... Ну не знаю, но могли бы сделать просто НПС, который вынимает его прям возле храма на геморрой. Зачем эти лишние телодвижения? Ну хорошо, чат пишет, да, там есть. Ну хотя бы в изолиту не придется ехать, ладно, и то плюс. Так, кузнец. Где здесь кузнец?
Здравствуйте. Вот это нужно зеркальце? Зеркальце равновесия? И спала еще? Да, отлично. Хорошо, спасибо. Так, сейчас излечение. По идее, это, наверное, печать улучшения считается, да? Зеркальце Камас. Да. Все, хорошо, теперь у меня просто коса без Камаса. Хорошо. Так, 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 так. Теперь обратно в храм. Прошу прощения, но кто знал? Но, с другой стороны, в целом это быстро. Благо, лошадка-то у меня шустренькая. Прям особо геморроя в этом плане нету. Так, ну что, Феникс. Оружие Вана. Сейчас сделаем себе оружие Вана. Сейчас сделаем себе оружие Вана. Будет красивая коса. Красота. Ух, какая вкусненькая штучка. Сиреневая. Мать его. За лапку. Смотри, можно убрать его свечение. Но оно у меня еще не заточено, поэтому не светится. Симпатично, симпатично. Очень даже симпатично. Мне нравится, как выглядит коса, во всяком случае. Довольно симпатично. Создано путешественником ПВП. Хорош. Красота. А вот этот кристалл начала, по идее, нужен для заточки, да? А, нет, не этот, подожди. Черный камень истока нужен для заточки. А черный камень истока делается из... Один кристалл начала, заостренный фрагмент черного кристалла, две штучки и кафрас десятка. Угу. Из...
истока, истока. Черный камень истока. Ну, понятно, их сейчас хер купишь. Но это можно сделать. Еее, детка. Красота, конечно. Да, это, конечно, красотень. Так, где здесь склад? Здравствуйте. Я хотел сейчас поточить кольца. У меня есть 123 кольца руин. 123 кольца руин. Давайте сделаем так. Калькулятор. Я не математик, так что как бы вот. 2 миллиарда 583 миллиона и так далее. Попробуем это все окупить. Задача получить денег больше, чем стоят эти кольца по итогу. То есть, когда мы сделаем больше, чем 2 миллиарда, это хорошо. Так, Сябакен пришел ко мне на помощь. Так, второе стоит 340.
Второе стоит 340. Ух ты ж, блин. Мое почтение. Так, хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь вторых колечек. Семь вторых колечек. Давай, пёсель, топи этого духа, чтобы он заточил все. Пёсель, кусай его за яйца. За его душные яйца. Давай. Молодец. А есть ссылка на стрим ВК? Да и какая разница, сиди на Твиче. Как будто бы пофиг. Или ты хочешь подписаться? Могу скинуть, если уж прям очень надо. Так. Надо будет ее вниз добавить потом. В описании. Так, ну что, 8 колечек на плюс 2. И, соответственно, сейчас будет попытка со всего этого заработать. Честно, там неудобно нифига вообще. Лично для меня. Ну ладно. Сейчас.
Покидал. Отлично. Что я делаю? Отлично. Угу. Welcome, welcome. Отлично. Напоминаю, что у нас было 2 миллиарда 580 тысяч. 580 миллионов. Наш начальный бюджет этих колец. Так, у меня кончились вторые, третьи, первые все кончились. Хорошо. Привет, Ванна, заточил? Нет, еще даже не пробовал. Привет. Я точить ее сильно сейчас не буду, я буду продавать. Потому что точки сейчас стоят дорого, а потом они подешевеют в 2 раза, если не в 3. Сейчас попросту неразумно тратить огромное количество денег на Ваана, но до плюс 3, наверное, мы его точнем. Символически. Да, причина в том, что вся экономика в игре обесценивается. Больше ничего, кроме них, не рулит. Их уже у всех становится просто много, все только их и покупают, соответственно, они обесцениваются. Просто потому что огромный спрос. Спрос раздает предложение, но когда спрос превышает предложение, начинается обесценка. Все логичненько. Запредельное количество. Просто переизбыток. Да ты, блин, зазуми. Да, ты гонишь? Что так много подряд-то, алё? Ух, нихрена себе. Не слишком ли ты офигела, кольцо? Не многовато ли тебе чести? Ну ладно, хоть так.
Давай, троечка и троечка. Хорошо, хотя бы так. Уже неплохо. Сразу. Давай двоечка и троечка. Хорошо, давай троечка. Хорошо. Так, у нас было 2,580 миллиарда, да? 2,580 миллиарда было потрачено на все это. Суммарная прибыль 6,120. Округлим 5. 4. 4.맡기실 물 어리다고 일을 게을리하진 않아요. 자, 맡기실 물건이. Бум! Так, ну что? Как точится пушка? Оридаку, макишил 물건이 있으신가요? 그렇다면 이곳에 맡겨주세요. Вот этими штуками, да? Ням-н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 ям. Где вы лежите? Где вы лежите? Вот вы лежите. Что надо? Кристалл начала. Заостренный фрагмент черного кристалла. И кафраз. Заостренный фрагмент черного кристалла. Это, по-моему, простая точка, да? Кафраз. А, стоп. Как ты изготавливаешься? Как ты изготавливаешься? Нагреть. Все это нужно нагреть. А, стоп. Знаете, что я не посмотрел? Разницу между незаточенной и заточенной. Привет, красавчик, как жизнь? Денег нет. Донат течет. Вообще бабла ноль, просто ноль. Нормально, нормально. Помаленечку, потихонечку. Там жую, как всегда.
Смотрим обновление, точим новую пушку, которую только что сделали. Думаем, что зайдет, не зайдет. Так, 20-я, она такая же, она равная. Да, она абсолютно равная звезде. Она ничем от нее не отличается. Но ее можно точить. А, ну неплохо. Град. Фигач, тут много обновлений, много чего прикольного. Почему бы и нет, как говорится. Ну что, чё, держите кулачки, первый тык оружия Вана. И первый фейл оружия Вана. На 70-то, блин, процентах, алё. Клики дорогие на ней. Плюс один. Хорошо. А, клики дорогие, требуют много. А она же снижается, да, по идее? Когда точится, она же упадет. Безопаски же здесь, наверное, нету. Или есть? Я не знаю, если честно. Не в курсах. 80. 80. 38%. Как будто бы можно было бы даже и побольше, чем 80 на самом деле. Нормально. Так, 115. Как будто бы здесь уже 150 надо фигачить, я не знаю. Кстати, да, с кронами, наверное, тогда не упадет. Че там еще надо? Че там еще надо было? Кроны. Эти как их? Не кроны, а кафрасы. Крона юзы на 3. 560, 115. Надо же сделать точки. Она до 10. Сто 75 у меня есть, да? Так, хорошо. Оно, по идее, светиться начнет только на плюс 5. Да, у меня там есть не только VPN, у меня там есть еще такая вещь, как Goodbye DPI, и многие пользуются. При этом там у меня очень подробно описано, прямо под видео на YouTube, тыкаешь видео, там в закрепленном комментарии первая из ссылок.
Трай ведет на 6 способов, и первый ссылок там я ее взял у одного человека. Так. Можете написать Майкл Наки на ютубе. 16%. 16%. 780. Ладно, тыкаем, чё. Ну, 16% это уже мало прям. Ну, не так, чтобы прям очень, но уже, уже... Хорош. На 5 атаки больше дает, и на 5 меткости больше дает. Ну вот у меня, как я точил, можешь посмотреть. Я, собственно, сегодня на стрим это и делал. Бздец, он сдох. Ебануться. Так, одна искра, 8 точек. Походу, 8 точек это стабильность, потому что мне сейчас тоже выпало 8 точек. И одна искра. Всего лишь одна искра, прикиньте, а их надо сотню, чтобы сделать себе это оружие. Ёбнуться можно. А их, походу, всегда выпадает 8, потому что мне и предыдущий раз тоже выпало 8. То есть, как будто бы это стандарт? Не знаю. О, новая жрёка человек выпала. Асадаля. У нас в гильдии. Ну, оценил я эту жрелку, если честно, но вот новый пояс лучше выглядит, чем эта жрелка. Получается, что с каждого босса падает по одной искре, а искр надо 100, надо убить 100 боссов. Либо не ебать себе мозг и просто сделать, как я, собственно говоря. Хотя, по идее, это, наверное, дорогой способ, тот, которым я сделал себе пушку, но мне как будто бы насрать. Единственное, что... А, кстати, с учетом того, что один раз в неделю каждый 100 штук сделать, это надо еще постараться. Правда, наверное, я так понимаю, что эти искры может выпустить целое пламя. Ну да, делать таким способом, как я, дорого, но сразу, а делать через искры заебешься. Но 8 точек, чат. Этот босс дает... Чуть больше лярда за 3 секунды, если продавать эти точки. Просто пришел, просто потратил 3 секунды и получил лярд 200. Самый быстрый заработок. Точки определенно подешевеют. Поэтому я... Пуху, наверное, доточу до 5, пока что хер забью. Ну, может, до 6. Ну, блин, хотя не знаю. Ну, в любом случае, наверное, до 6. 5-6, может быть, 7 их я разобью. Пока что точки надо будет реально продавать. Потому что точки потом я куплю, это не проблема. Они точно подешевеют. Не сразу, но где-то уже через пару недель. А вот... Сейчас, мне кажется, будет правильно продавать. Так, все основы вы пришли хуярить его. Да, это не важно. Основами, не основами. Он видно, что слабый босс. В любом случае, все это будет дешеветь со временем очень сильно. Я уверен, точки просядут до 90, до 80 миллионов за штучку. А сейчас они стоят 150, а на них ставок целая куча. Как минимум, разумно реально продавать.
Особенно тем, у кого денег нету, мне кажется, вообще разумно просто сразу продавать. Ну, может, на 1-2 загнать пуху так символически и просто продавать. Поднакоплю на телек, который 120 Гц поддерживает, наконец буду наслаждаться играми, особенно графонистыми. Но это слишком переап, как по мне. У моего батя OLED-ка, и мне монитором, и мне... Я никакой разницы между своим не вижу вообще. Очень качественная, хорошая матрица с хорошим HDR-ом, и будет тебе счастье. Особенно, если ты нормально калориметром настроишь, а я у меня калориметром настроен монитор. Ну, это вы, правда, не видите, у меня свои, у вас свои настройки, но... Могу тебе сказать, что, например, мой цвет и его цвет вообще никак друг от друга не отличаются. Стоимость при этом колоссально разная, но никакой разницы. Так, мы сделали с вами эту главу, и я предлагаю пооткрывать предметы. Как вы на это смотрите? Я решил еще шайку покачать, отзеркалить, не знаю, насколько это прикольно или ёбка, но хочется побегать на спотах, допустим, Олана, пофармить пати. Если в атаку, шайка вообще достаточно сильный персонаж. Если не в атаку, то, ну, просто помощница в пати, да. Она хорошо фармит, у нее достаточно большой урон. Как в PvP, так и в PvE, в принципе. Так, чатик, давайте пооткрываем разного рода предметы, как вы на это смотрите, желайте, как говорится, удачи. Хелсинг, ты давно не был, выбери цифры от 1 до 28. И кто хочет, тоже пишите цифры от 1 до 28. Эти я открою просто так, иначе будет долго. Печенье 100 штук. 100 печенья выпало с сундука. Между прочим, это не так плохо. И кроны. Правда, сколько выпало крон, я не знаю, потому что у меня их и так было много. 23-27. Хорошо. Как раз два красных сундука есть. А первый был Хелсинг, 23. Давай. Потом 27. Посмотрим, кто из вас победит. По цене. 23, Хелсинг, тебе выпало Василиска нулевой. И 27. Оп. Тебе выпало Василиска нулевой. Ну, как будто бы вы оба. Не так, что прям шикарно. Можете еще писать. О, Шай, тоже пиши. Раунд 2, 21. Злобная Шая. Шая, пиши цифру. Цифра 1, я так понимаю, Шая. Нифига себе ты, конечно, цифру выбрал. Ну ладно. Так, 21 и 1. Пишите, пишите еще. Кто хочет поучаствовать. Шая сделал уже себе, да? Свою звезду. Не звезду, а как она у вас там? Соль.
А соль же тоже, наверное, точится до 10, да? Пуху сделал, конечно, я уже и заточить ее умудрился. Естественно, сделал. Ты что думаешь, я ждать буду? А-а-а. Дорогая очень заточки пушка на самом деле. Уже начиная с плюс 20 стоит дорого. Она точится до 10. Так, еще раз повтори, Хелсинг, сколько у тебя было? Какую цифру ты называл? Я, к сожалению, в чат уехал, я не вижу. Я в выхе буду разбираться, понял. Камус скоро. Двадцать один. Да, 150 лямов точка и минус. Да, 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 дорогая, дорогая, я говорю, я он на плюс 4 прокликал, дорого. 21. И шая единица. Ну, поехали. Вначале Хелсинг, потом шая. Посмотрим, кто из вас победит. А третий буду я. Порошочек, порошочек. У Хелсинга порошочек. А я открою на 17. Это эти сундучки, которые за 1 лярд стоят. В миле там, короче. Кроны. Ну, как будто бы плюс-минус одинаково. А я сейчас, подожди секунду, на 17 открою. Нет, все они будут точиться на одинаково, на плюс 10. Кроны. Да, как будто бы никто не победил. Мили? Блин, а сколько, интересно, мили выпало? Как будто бы глобально эти сундуки не стоят своих денег. Печенье падает мало. И из сундука может выпасть сундук. Печенье они по 15 всего лишь дают. Конечно, есть шанс выпадения чего-нибудь вкусненького, но ядрить... Судя по всему, он крайне мал. Крокдолор море. ГЦ. А что, она хорошая, что ли? А, прям сундук со сбруей мне выпал. А море это у нас что? Это у нас ХП. Венка и ХП. Я вначале подумал, что это, знаешь, эти сундуки, которые типа псевдо, ну, короче, которые не дают саму сбрую, а которые... Ну, по факту, короче, сундук себя не окупает. Если уж прям объективно сказать, то с учетом того, что один сундук стоит 1 лярд, или сколько он там стоит? Нет, там, по-моему, дешевле стоит. А лярд стоит 11. Давай еще купим. Пишите цифру. Я пока эти пооткрываю. А у тебя именно море? У меня просто на атаку. 26. А я на 27 открою. Будем с тобой спорить. Так, первый Хелсинг 26. А теперь я 27. Еще пиши, потому что как будто бы одинаково.
25. А я 22. 25. Сундук шикату. 22. Пятьдесят лака. Ну, как будто бы сундук шокотоп еще, я не буду это засчитывать. Я понял, что у тебя есть они все, только вопрос, ты все равно их все забафать не сможешь одновременно. В этом нет никакого смысла, а нужен только один на атаку. Поэтому странно. Я не понимаю, зачем ты их все себе сделал. Двадцать два, вот тут точно сердце вяло. 22, 19. У тебя будет 22, у меня 19. Вяло не существует, это миф. 22. Сундук шикоту, серьезно? Так она атаку это единственный, который нужен. А все ты все равно сразу не забафаешь. 19. Давай еще. Никто особо толком победить пока не может в этом плане. Опять 22. Тогда я опять 19. Поехали. Серьезно? Хорошо. Еще давай. Опять 22? Блин, тогда я опять 19. Фигачим дальше. До победы, да, я так понимаю? Без комментариев. Мне сказали, что проходить фулл Сеул надо на... На это надо 6,5 часов. Это даже если все скипать. Давай еще. Опять 22. Опять 19. Хорошо, поехали. Если опять сундук, опять 22. Печенье. Не сундук. Разнообразие. Сундук теперь выпал на 19, и все хорошо. Не сильно мы далеко ушли от разнообразия, все нормально. Просто поменялись местами. Двадцать девять сразу. Тогда я на 22. Просто лаки выпали. Я на 22 кроны. Еще 4 сундучка осталось. 50 лака упало. Тридцать один. Спешл для шаи 31. 27 Хелсинг, 21 я. Сундук. Печенье. Все еще 4 сундука.
8 Хелсинг. Ух, как, сразу с козырей пошел, да? Тогда я буду 3. В8, Вэл. Мили. Вэл, это миф. Заценил Декею 2.0? Нет, еще не успел. Точились и прочее. Времени на это просто не было. Да и вряд ли мы сегодня ее успеем заценить. Печенье. Да, 777 ГС, ну, 770 ГС, ну так это не так и много. Как будто бы. Ну, типа, серьезно. У меня он уже с этой пухой 331 атаки. Я вообще, по сути, уже практически подхожу. Давай дальше. Осталось 2 сундука. Я даже оба открою по твоим цифрам. Восемнадцатилетие сундука, чат. Посмотрим. И 21. Давай даже вот так. 18-летие сундука. Посмотрим, что же даст он на 18 своих лет. Как он отметит, хорошо или не очень? Вот в чем вопрос. Отметил он кронами. А 21, второе, скажем так, совершеннолетие в некоторых странах. Типа Америки. Посмотрим, может там он отметит лучше, потому что с 18 до 21 он же ждал. И отметит он также кронами. Ничего не изменилось у него. Эти сундуки вообще не стоят того, чтобы их покупать. Совершенно, если честно. Так, и это еще не все, что мы сейчас будем открывать. Чё-то это еще не все. Есть небольшая вероятность выпадения Вэла, но там открывать придется без цифр, потому что с цифрами его открыть в принципе невозможно. Точнее, как небольшая вероятность выпадения Вэла? Вэл — это миф, и мы все об этом знаем, его не существует, поэтому, в принципе, Вэл выпасть не может, но мы откроем. Но как-никак Вэл выпасть в принципе не может. Вэла, как ни крути, нет. Все мы знаем, что в игре его тупо не существует. Уже более 1300 открытий, и ни одного Вэла вообще никогда не было. Вэл — это миф, логично. Здесь ожидаемо. А вот Камас, деточка, приди, пожалуйста, ко мне. Ты будешь очень в тему. А я не точил. Я никогда дебарику не... А, нет, стоп. В смысле? Ну, я точил только на пятерку. А на дальше не точил. Я единственное вот это точил.
Но я купил четвертую и тыкал с молотками. Потратил 616 миллиардов, вот и думай. А так я не точил, не пробовал. Купить ее сейчас прочь. Ой. Четвертую я просто покупал. Камас, поехали, детка. Давай. По одному, но дракоши должны держаться вместе, как говорится. Поэтому свое сердечко... Лишними денежки мне не станут. Чат не донатит, пусть хоть Камас задонатит. Уже неплохо. Молодец, спасибо. Чуть-чуть подкинул. Ну, не ужасно. 83 кафраса, чат. 83 кафраса мне с Камаса упало. Спасибо, спасибо. Так, все, сундучки мы пооткрывали. А, вроде как все сундучки мы пооткрывали. У меня есть стрим. И есть шортс, можешь посмотреть на ютубчике, как я точил Пегаса. Ну, не точил, а... Ну, вы поняли, пробуждал. Точил, наверное, будет не совсем верно сказано, но пробуждал, короче. И стримчик есть, и шортс есть. Так что говорить не буду. Дорого стоит точка оружия. Блин, иногда получается ровное колечко, иногда говно какое-то. И вообще, смотрите мой YouTube, каждый день по два видео выкладываю. Кроме субботы-воскресенья. В субботу-воскресенье стримчики 18:30 по МСК плановые. Остальные дни я выкладываю видео. Дорогущие точки, мать его, за лапку-то, но кафрасы подорожали, кстати, интересно. Пока нет. Странно, странно. У меня сколько кафрасов? У меня их 5000. 6000. Нет, у меня сейчас реально каждый день видео выкладываются на YouTube. Кроме субботы-воскресенья, потому что в субботу-воскресенье стрим. А так по две видяшки пока что. Щищ! Шпили-вили, мать твою! Шпили-мать твою, вили, мать твою! Свечение, кстати, надо проверить. Во, бля, вот это я уже понимаю, вот это вот уже действительно похоже на свечение, вот это вот значит она уже светится, и вот это вот уже значит она со внешки тоже светится. Вот, значит, вот, вот, да, вот, вот, смотрите, вот, вот, значит, так оно выглядит, вот так оно выглядит, вот, вот так оно смотрится, вот. И можно отключить свечение. Крутяк. Коса бомжа. Иди сюда, я тебя буду ей резать. Шая.
решаем. Резать чаю будем вместе мы. Резать чаю на кусочечки, колбаска. Из чай-на-на, колбаска. Из чай-на-на. Чая видная колбаска. Очень вкусная колбаска. Так, я хочу посмотреть, сколько лайков нужно на 6. Так, дальше у меня есть 270-280 лака, да? Еще у меня есть 150. Да, у меня тоже в начале красота. А ладно, пофиг, видимо, припоете 300 лаков на пятую точку. Нет, ты что, шутишь, что ли? Куда 300 лаков на пятую точку? Ебанулся, братишка, не вздумай. Не страдай хуйней. Не нужно. Плохая идея. Противная, противная идея. Избавься от нее. Блядь, что делал? А, пофиг, у меня их очень много. 1600. 1700. 5%. А это будет на следующую. Зараза. Да я с таким же шансом точил все на плюс 20. Очень больно, больно, блядь. Лака бы сдох больно. А, тут 2700 надо дороже. Она на 6, как 20-я БС-ка. Ах ты ж. Сюка, сюка. Не зашла, чат, не зашла. Не зашла. Ну давай, сюка, сюка. Давай, давай, блин, давай нах. Думаешь, я боюсь тебя? Я не боюсь тебя. Давай, 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 давай. Давай, кидай свои шарики, тварь. Хорош. Хорош. Хорош! А тут-то как, блядь, ты чё прикалываешься? Хорош! 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 Да я не успеваю, я же сорка, блин, у меня нет таких скиллов, быстро. Так, к следующей задачке. 5 попыток. Это только первая задачка, я понял. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Изи, 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 изи. Ты кусок говна. Изи.
Давай я быстро найду твою истину. Давай, тварь, давай, показывай мне свою истину. Давай, 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 блин, давай, Маудрус. Капец. Чего нахрен? Он просто был чуть ярче, чем другие, и я поэтому его и ударил. Я не знал, что это правильно. Ладно, хорошо. Изи! Не проходил этот квест, но вроде понял. Ну, сейчас я тоже более или менее. Так, испытание пройдено. Все? Все? Будем драться? Будем драться? Будем драться. Ты познаешь, насколько твоя душа слаба. Давай. Давай драться. Давай драться. Давай драться. О, господи, давай драться. Давай драться. Драться давай. Драться давай. Иди сюда, тварь. Давай драться. Где ты? Или ты опять будешь меня загадками закидывать? Сука. Книга начинает излучать небольшой свет. Что? Какая книга? Ты о чем? Что ты хочешь от меня, чудовище долбанное? Что? Нужно ударить солнце и луну? Чего? А, надо эту штуку держать по центру. Так я удар... то есть ее надо... Каждый раз... но я прошел, хорошо. Изи, изи, и давай сюда, давай сюда. Давай, давай сюда, давай, давай сюда. Давай сюда свои задачки, тварь, давай сюда. Для первоклассников, блин, какие-то... Давай нормальные задачки. Сможешь ли ты отличить правду от лжи? Нужно найти эту хитрую лисицу. Абсолютно одинаковые, в смысле. Наверное, у какой-то из них хвостов меньше или что ли, типа того. Ну, блин. От которой урон не получаешь? Давай сюда. Давай, давай, изи, изи, давай. Давай сюда своих лис. Давай сюда своих лис. Давай сюда своих лис. Давай сюда. Давай сюда. Сейчас я изи. Давай, 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 давай. Ты? Ты пиздливая мразь. Давай, давай, давай. Следующий. Кедарум의 꽃을 피웠구나. 합격이니라. Баклан синим. Элементарный лох. Кто ты? Ты элементарный лох. Я Эйнштейн по сравнению с тобой, мразь. Спасибо, чат.
상참에 앞서 전하의 교지 낭독이 있겠습니다. 이몽룡 그리고 낙내 앞으로 나오시오. 예 전하. 이몽룡 그리고 나그네는 역적 장씨 일가와 폐쇄자 영으로부터 과인과 종묘 사직을 그리고 아침의 나라 만백성을 지켜주었소. 과인은 이 공을 치하하여 도승지 이몽룡을 대광보국 숙록대부 좌의정에 제수하는 바이오. 앞으로도 지금처럼 과인과 만백성의 곁을 지켜주시오. 성은이 만극하옵니다, 전하! 소신 이몽룡, 성심을 다하겠나이다! 그리고 나그네. 나그네는 동해도에서 탐관 이덕수와 오리 장익순을 처단한 데 이어 간악한 진해 장터의 야욕과 역적 장대성을 분쇄하여 백성들과 종묘 사직을 지켜냈을 뿐만 아니라 신성한 영수 봉황을 정화하여 이 나라에 다시 아침을 가져다 주었소. 실로 대단한 일이오. 그대가 아니었다면 누구도 해내지 못하였을 것이오. 과인은 이 공을 치하하여 나그네를 현록대부에 봉작하는 바이오. 전하! 현록대부라 하심은? 그렇소. 지금부터 과인은 나그네를 이 나라 왕실의 우더른으로 대우할 것이오. 궁궐에 나그네를 위한 거처도 마련해두었다오. 나그네, 과인의 제안을 받아주시겠소? 고맙소. 나그네께서 과인의 대부가 되어주시니 더없이 든든하구려. 과인은 만조 백관과 종묘 사제 그리고 백성들의 뜻을 받들어 위대한 이 나라를 이끌어갈 것이오. 모두 아낌없이 조언하고 질책하여 과인의 부족한 덕을 메워주길 바라오. 성실히 다하겠나이다. конец страны утра Сеул. Прошли полностью. Теперь у меня есть королевские покои. Мой собственный особняк. Я советник короля. Да, детка. Ой, я не то хотел назвать. Я монашка ужаса. Теперь у меня есть желтенькое оружие. Его красить нельзя. Нельзя красить. Не могу покрасить. Даже если я захочу, чтобы оно светило другим цветом, я не могу покрасить. Блин, не могу. Нельзя красить. Нельзя. Как же странно выглядит гир, если его со внешки снять. Бог, 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 бог и бог. И как же это все не сочетается между собой. Ну ладно, пушка. И вот если бы вот это так же было, перчатки и это... Как же оно не сочетается? Странное утро пройдено, детка. Странное утро пройдено. Да, ну коса секси, 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 коса. А зацени, да, чё-то коса какая? Стримчики суббота-воскресенье в 18.30 по МСК. Все необходимые ссылочки в описании, в шапке канала. Если у вас YouTube не работает, то в закрепленном комментарии или в группе ВКонтакте вы найдете, как это все починить. Ну и увидимся, услышимся. Всем счастливо, всем покедова.